Всем привет, я тренер команды Team Empire по Rainbow Six Осада, Razer GM. Сегодня я расскажу вам про монитор Aorus KD25F. Монитор имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,5 миллисекунды. У монитора есть множество кастомных настроек, такие как AIM Stabilizer, убирает размытие всякого рода, баланс черного, супер разрешение, ну, простым языком это резкость, всяческие режимы дисплея, время отклика, можем поставить там качество изображения, баланс, приоритет скорости, функция фрисинка есть. Для тех, кто не так любит копаться в настройках, есть приложение, в котором вы также можете настроить все пресеты, все функции можете включить. Также на этом мониторе есть функция Game Assist, это, скорее всего, для тех игр, где нет прицела, мы можем выбрать прицел какой-то кастомный. Также через приложение можем его изменить, настроить под себя и так далее. Подготовка к Six Invitational проходит на мониторах Aorus KD25F. Мы успели оценить по достоинству данный монитор, оценили плавность картинки, оценили цветовую передачу. Этот монитор отлично подойдет для геймеров, особенно для любителей шутеров, которым требуется высокая герцовка и низкое время отклика.